Добрый день! Давайте в этом ролике научимся делать снимок с экрана на примере какого-нибудь видеоролика. Вот давайте про Папандопола возьмем. И вот, допустим, нам понравился какой-то момент. Останавливаем его. И на клавиатуре нажимаем кнопочку Print Screen. Теперь видео можем закрыть. И переходим в графический редактор Paint. Он у меня уже вынесен на рабочий стол. Но если вы не знаете, где его найти, то пройдите кнопочку Пуск. Все программы. Выберите здесь папочку стандартные. И вот стандартных. Вот он прямо, ну у меня вот прямо вверху вот Paint написано. Левой кнопочкой возьмите, прям перетащите его на рабочий стол, чтобы он у вас тут был. Чтобы каждый раз не заходить. Итак, переходим в Paint. Слева нажимаем кнопочку вставить. Еще раз. Вставить. Так. Вот этот наш фрагмент. Вверху в шапочке здесь нажимаем выделить. Берем эту сеточку и тянем вдоль всего этого фрагмента. Вот так. И кликаем вверху здесь обрезать. Осталось только сохранить. Переходим «Сохранить». Выбираем «Сохранить как». Напишу «Папандопуло». Тип файла ставлю «JPEG». И нажимаем «Сохранить». Все, теперь графический редактор можно закрывать. И посмотрим наш результат. Вот, пожалуйста, вот такая вот фотография с Папандополой. Теперь вы тоже можете делать скриншоты. Теперь вы уже мастер.